На площадке 17-й школы открыли детский лагерь. 40 ребят из первых-вторых классов смогут здесь отдохнуть. После длительной самоизоляции начало настоящих долгожданных летних каникул получилось особенно праздничным и ярким. Михаил в этом году идет в 3-й класс. Говорит, отправился в школу с большим удовольствием. Хотел увидеть друзей. Охотно рассказал нам, чем сегодня занимался их отряд. Танцевали, пели, потом мы пошли гулять, и там мы разгадывали разных персонажей и писали книгу нашей школы. И сейчас мы пришли мастер-класс делать. А вот скажи, ты сейчас в лагере развлекаешься, а к учебе-то ты готовишься, книжки читаешь? Да, читаю. Я сейчас читаю Булычева. И про учебу не забывает. Кстати, программу в лагере спланировали так, чтобы дети успевали и поиграть, и научиться чему-то новому. Про физкультуру тоже не забудут. Директоры и педагоги провели экскурсию по занятиям на свежем воздухе, в столовую и по кабинетам. Меры предосторожности соблюдены. Ради безопасности и по всем требованиям современным у нас все дети разделены на отдельные отряды. Мы соблюдаем все правила техники безопасности. На входе соблюдается режим термометрии, то есть дезинфицирующие средства, все дезары для обеззараживания воздуха работают. У нас в каждом помещении, где дети занимаются, в столовой тоже все. То есть все меры, необходимые для предупреждения распространения ковид, нами соблюдаются. В день открытия здесь много гостей. Одинцовские депутаты-единороссы, члены родительского сообщества. Но уже с завтрашнего дня исключительно в целях безопасности вход на территорию школы будет запрещен даже родителям. Утром детей передают вожатым, а после смены забирают домой. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».